Тебе, Боже, да слава Тебе! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 ноября. Память святых апостолов Патрова, Ерма, Лина, Гая и Филолога. Святой апостол Патров был епископом в Неаполе и Путиолах, где многих крестил и привел ко Христу. Святой апостол Ерм был епископом в Филиппополе. Он о святом Патрове и Ерме апостол Павел упоминает в послании к римлянам. 16 глава, 14 стих. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.